И всем здорово, с вами Демон и... Роман, здорово! Сегодня поиграем в Cannot Shoot. Ну что ж, погнали! Что же это у нас тут такое, типа, вниз и удерживай. Давайте хотя бы... А, всё, попадос, нормально. Вот. Я забыл звук, но не ссы, нормально все. А, да. Кстати, тут приятный звук, нет никаких вибраций, ничего такого. Так, чё? О, оставляем так и... Да? Да. Не хочешь вам поиграть? Ну, если честно говоря, то... Я вот игру чуть-чуть вот поиграл, когда вот я... Ну, я обычно вот делаю так. Типа, скачиваю много-много игр, их протестирую. Проверяю, типа, хорошая или нет. Плохая — удаляю, хорошая — оставляю. Это у меня была в ряду, и она у меня была в ряду в расчете плохих, потому что у меня были игры лучше, а из этой игры я не мог другую игру скачать. Так что я эту игру удалил, и нет игры, и ни другой игры не мог скачать. В общем, делаем суть такую, то что из Гугла не верьте, то что у вас нету памяти. Что? И в итоге я поудалял все игры, ну почти все. Так, Рома, немножко хорошей информации. Да. Скоро ты выздоравливаешь, да? Да, я завтра иду к врачу. По сути, завтра у меня будет все просто запупенно. Ну как мне врач говорил. Он у меня босс. Оу. А, так тебе тут делать ничего не надо. Типа у меня... Да, да. Типа у меня будет все запупенно, вся фигня, я такой, ну, окей, и он, я спрашиваю, типа, ко скольки приехать-то? Она начинает, как её там, Марина Михайловна, или как её там? Не пали имя! Я пофигу. Давай ещё. У меня так, эту, русичку, ой, блин, учитель Запорожского зовут, блин, пофигу. Она сказала то, что, типа, приходи к 10-20, вся фигня, я такой, окей, и все. А, так, ну ладно тогда. Чё, все удержу. Ой. Ну, а теперь твои слова, демона. Короче, он скоро будет чаще попадаться в видео. Да. То есть, чаще будет, ну, короче, вы поняли, надеюсь. Чё, так. Неужели я смогу погулять? Да, кстати, он я дома... Уже, можно сказать, 2 недели дома сижу. А хотя должен сидеть дома где-то дней 7-8. Ай, ну чё поделаешь. О, портал. Где? А, о, портал. Повезло. Повезло. Класс. Вау. О. Нет, и мем есть. Если честно, я не видел ни разу таких мемов. Типа хакер-то. О, портал. Спидранер по Майнкрафт. Поехали. О, повезло, повезло. Не знаешь? Нет. Ну, я, может быть, ставлю, если будет возможность. Если вставишь, то просто напиши мем спидранер по Майнкрафт. И... Ого. Взлом башки. Она легкая и кайфово, приятно. Да, это еще 9-й уровень. А. Я доходил до 20-го, 15-го, 14-го. Ну, факт то, что она интересная и, так сказать, снимая стресс, пчелка. Ну, или свет пчелки. Новая пушка открыта, битва с боссом. А я только что посмотрел, короче, на эти шарики, я думал, у тебя уже 100-й уровень. What the fuck? Так. Я так... Долго говорил, что ли? Типа. Вот, все. 100-й уровень, конечно. Кстати, я зажми, тут будет звезда. Все, вроде бы нормально. Стрим. А-а-а, понятно. Вот это ритм. Ту-ту-ту-ту-ту. Ай, ну, чё, как скажешь, Рома, игра-то нормально? Да. Советуешь? Да, на... Ну, я ее удалил, потому что места не было. А дальше я продолжать не буду. Ну, а так она, да, хорошая, но у меня были
один открой. Блин. А, я вот в этом вот углу все время открывал, и мне три раза оттуда шарики выпали. А, два. А, да. Ну, короче, сколько я открывал... Математика. Подряд, короче, да. Грёбаная физика. Это биология. А, да. Грёбаный русский. Ну, началось. Тема про школу. Дизлайки. Чё, всё? А, ну, да-да-да. А, одну не попал. Hello, darkness, my friend. Ну все, я прошел ее. Классно. Ну я не знаю, что будет дальше. Что будет дальше? Мы с вами сейчас и узнаем. О, вау. Так, кто вот так? Ну вроде бы я правильно все поставил. А, так что я боюсь? А, бойся. А, вот чего боюсь. Magic. Куда он сейчас? Реально? Что? Магия. Чё под... Абракадабра. Абракадабра. И все? Блин, не, ну, уровни легкие. Сами видите. Тупо удерживать, тупо что-нибудь перемести, и все, да. Ну, она сама по себе прикольно. О, бой с боссом. Опять. Так, погоди. Так, погоди. Так. Мне тебе надо поближе, я помню, как это проходило. Тебе где-то вот у середины надо, да. То еще когда я уже разобрался. Да, все. Ну, в принципе, вот такая вот легкая игра. Тут думать надо только на боссах. Такое чувство, что и все. Нет. Еще когда открываешь ящик. Да, самое. Да. Там вообще новые эти. Снаряды. Да. Мир разблокован. Ой, радость. Сопли полетели. Вау. Такая прикольная тема. Сопля. Нет, я про... Я про вот это вот, снаряды. Яичко. О, прикол. Давай. Яйца не выпадали. Как странно это бы не звучало. Ну да. А можно сделать так, типа? А, ну они все равно будут падать. Ой. Ой. А, все. Неважно, насколько ты прошел, главное прошел. Ау. Ой. На три звезды. Ау, я. Да. Странное молчание было. Да. Что-то не совсем так весело. На, Рома, хотя бы ты попробуй. О, прикольно. Рома, который проходил... Так, тупо... Прикольно. Проходил? Ну, 20 уровня. Даже меньше, наверное. Когда я дал Роме телефон? Я не знаю даже, что пью. А почему он под боком? Ты кто? Почему он под боком? И почему у него зубы под боком? Погоди, его задом наперед тупо прошел. Ват? Что это? Вот реакция. А, да? Че так легко? Ну дальше походи. Босс. Че за помойное ведро? А, мумия. Мумия? Я сначала подумал, что это кора дерева или туалетная бумага. Вот так вот как-то. Да. Ну, такая, знаешь, уже... У каждого фантазия разная. Использована. Бумага. Да, а не фантазия. Такой, салям алейкум, я тебя сожру. Ну, в принципе, что? Мы всех... Ай. Дальше что, на нас идет? Мистер... А, это икра. Кактус. Короче, опять какие-то бравлеры прошли. Потому что я там видел Спайка. Бам. Ну и... Что так реально легко, господи. Давайте это детям, они сразу пойдут. И будут считать себе самыми умными. Потом самыми
комнами и по самый низ. Короче, ладно. А это чё? Ну, когда я тебя от рандомно размешу. Рандом не решает, да, ничего? Я не уверен. На. На. Серьёзно? А чё, так важно было? Так, я хотя просто один раз нажал, типа не попал, смотрю, я один раз вот в этот, в кредит забил. Это же гениально, Рома, как ты это не мог пойти? Я не мог. Да. Блин, так тупо, если честно. Да, давай я дальше продолжу. Но... Как же сложно. Как же сложно. Да блин. А давай честно. Давай честно пройдем. Давай честно пройдем. Не хочу честно. Я тем более не знаю, как честно. Нормально. Не переживайте, просто это. Блесть. Такая. Блин. Мы ее потеряли, Хьюстон. Все. На входу. Да, блин, вы серьёзно? Ты не попадаешь. Так, давай попробуем, не знаю, я честно не могу. Честно, вот честно пройти я не могу. Могу пройти только вот так. Не, честно. А, да, так и надо. Классно. Нет. Да. У меня же получается. Логично. Вот и все. Значит, так и надо проходить. Натч угорает в сторонке. Я один не знаю, кто это, да? Создатель Майнкрафта. А, да. Типа, когда он добавлял логику. Как же сложно. 23-й уровень. О боже, как ты проходишь? Пока. Это Илон Маск сам не может. Господи, а. What the fuck? Бой с бусом. Бой. Ой, какой-то, не знаю, легенький, наверное. Понял. Легенький. Да, конечно. Ты попадаешь? Я не вижу. А. Нет. Ой, я понял, кажется. Нет, нету. Да смысл? Смысл? Нет, да, вот эту, короче, вот эту вот чуть-чуть, вот вообще, вот так вот капельку. И офигеть. Серьёзно. Типа, если учить математику, то это будет по химии. 2 плюс... Ой, 1 плюс 1 равно 11, как говорили... Говорили русский язык. Да, как говорили в русском языке. Русской на... химии, да? Да, на русской химии. В... Германии? В алхи. Я дальше не могу придумать. Никто не может придумать. Ведь я один такой. Дебил. А, да? Нет, наверное. О, попал. Все, класс, попадаю. Как же сложно, не могу. 25 уровень, и я думаю, до 30 дойдем и хватит. Окей. Это что там, это тест? Это что это за окей? Что? Что это за хоп? А, понял. Да. Так. Как и старые моменты. Напоминаю. Кто мечтает быть пилотом? Началось. Она отпрыгивает, типа? Нет. Чего, в смысле? Гений. Я знаю. Так, напоминаю. Если вы хотите увидеть что-то, какие-то эксперименты в Майнкрафте, то пишите комментарии и все. Если хотите... Да. Если хотите что-нибудь предложить новенького, сделать что-нибудь, пишите в комментариях также. Кстати, я понял, почему по ссылке в описании ко мне нельзя зайти на канал. Опять о Роме? Да.
Я, короче, попробовал через компьютер. У меня зашлось. Так что заходите через компьютер и подписывайтесь. Точка. Ну или просто я напишу комментарий под этим видео, и вы перейдете по нему и подпишитесь на меня. Так. Все очень легко и все очень просто. Вот так хитрые. Да. Нельзя. Эх. Печально. А, можно эту поднять. А, тогда все легко. А, нет. А, это нет. Босс? Это Спайк. Чё-то не попадаешь. Действительно, чё я не попадаю? Может, тебе надо повыше? Да кита. Давай. О. Розовый поставил я, вентилятор или что-то наподобие этого. Это красный. Так я и говорю. Это типа, ну ладно, короче. Серьезно? Нет, вы... Ой. Я думаю, приложение точно не надо снимать, потому что... Что? Зачем? Ой, открываем сундуки, вам открываю сундуки. Блин, я уж думал, что... Ну иди ты нахрен. Короче, ничего страшного. Так, можно сразу определить, куда. О, ада. Блин. Ада? И... Короче, сам. Как-то так. Вот как-то так. Да, как-то... Серьезно? Ты издеваешься? Нет? Так, все. И заканчиваем. Надеюсь, успею. О, красиво было. Ну и 30 уровень. Опять на 3 звезды. Все пройдено. Ну это легко, короче. Эх. Ну, в общем, игра легкая. Интересная. Нету минусов, ну кроме логики. Вибрация сразу же такая, не бьет тебе по руке. Типа, молодец. Не трогай мой телефон. Не трогай телефон, оставь меня, чтобы я разнозила вирусов. Эти вирусы разнозились. Ой, что-то я не то говорю. Пофигу. Снимай же канал. В телефоне. Телефон тем временем передавал все это по блютузу, Wi-Fi. Что он несет, господи? Короче, надо. Да. Ну, пока он говорил, я почти что до босса дошел. Как это пройти, Рома? Я не знаю. Как это пройти? Ты 100% не придешь на 3 звезды. Не прошел. Как ты так проходишь? Ну вообще, просто скилловый, знаешь. Охренеть. Не понял. Я один. Я Лунтик. И случилось так, что он побрил. Все. А чё? А, ты этого можешь двигать. А, да. О. Нашел. Нашел. А, ну и все. Эх, я родился. И случилось так, что он сбрил себе уши. А. Упало много-много шерсти. Ой. Мир 3 и... Бах, яички. Яички! Этот пел ты обязательно должен вставить. Ай, ну короче, вот такая вот была интересная, увлекательная, скучная, прикольная игра. Скучно, прикольная игра. Я умею читать, вызывайте меня на... Не понял. На батл. Ну да. Ну. Мэджик. Ну и, в принципе, все. Я думаю, пока. Ой, то есть пора прощаться. Чё, пока. Пока.